я хочу сказать, что у нас в этом году, кроме вот благоустройства детских садов, было выделено по инициативе губернатора 5 площадок в детских учреждениях. Это было впервые, эта программа действует. Мы все их установили. Но когда я приехал смотреть уже и в ходе строительства, и когда завершены были эти площадки, ну, площадка действительно выглядит прекрасно, там и спортом можно детям заниматься. А благоустройство детских садов вообще никакой, ужас. Не подойти ни у территории, где дети гуляют, родители приводят детей. Поэтому вот вы все прекрасно знаете, что нас посетил с рабочей поездки губернатор. И вот в ходе этой поездки мы посетили детский сад номер 21, где депутат областной думы Кизяев Михаил Владимирович обратился с просьбой к губернатору вот эту программу сформировать по области, поскольку проблемы у всех муниципалитетов в этом есть. Ну, с начала строительства большинства детских учреждений благоустройство, асфальт не восстанавливает. Ну, просто действительно руки не доходят и денег нет у всех муниципалитетов, даже в городе Иваново. Как оказалось, мы стали анализировать когда ситуацию. Вот у нас из 31 детского учреждения 24 требуют такого ремонта. Это примерно 29,2 миллиона рублей. Поэтому нас губернатор поддержал эту инициативу, и уже как бы есть решение о выделении поэтапно финансирования на производство этих работ. У нас сейчас 6 детских садов в работе. Очень много подготовительных работ. Это убираем и деревья там, где корни пустили под асфальт, уже вздыбился где-то вот асфальт сам со временем от корней, да. Делаем где-то бордюр, где-то поребрик, где это необходимо. Другие там вспомогательные подготовительные работы. Это отвлекает по времени очень много. Вот эти, на эти затраты, на все. Поэтому можно было бы, конечно, и ускорить процесс, но сейчас мы дополнительно еще одну бригаду договорились с руководством Дормостроя, с подрядной организацией, нам добавили 27-й вот сад, там очень тоже большие, 20-й детский сад, большой объем работ подготовительные. Ведь асфальтировать это не так-то требуется много времени, буквально день на подготовительный слой и еще окончательный слой, еще один день. Поэтому мы задачу поставили половину объектов детских садов до 1 сентября выполнить. Это, конечно, большой объем работ вот, в связи вот с подготовительными. И деревья там и прочее, благоустройство убирать надо, все, что землю там срезали, растительный слой и так далее. Поэтому много объем, большой объем работы. Но будем принимать все меры для того, чтобы до 1 сентября вот сделать как бы половину детских садов благоустроить. Я думаю, что это и родителям, и воспитателям, коллективам детских садов, ну и жителям в целом, как говорится, Кинешмы, будет очень приятно приводить детей, своих внуков в детские сады, когда действительно территория благоустроена, и это и безопасность детей в детских учреждениях.